В селе Первомайском Малокарачаевского района появится свой дом культуры. Строительство объекта уже практически завершилось. О том, как могут проводить свой досуг первомайцы, расскажет Алла Качиева. Что такое для села дом культуры? Это центр общественной и культурной жизни людей, место их общения, развития и выявления творческих способностей. Словом, это сердце и душа населенного пункта. Так вот, совсем скоро в 6000-м селе Первомайском свои двери распахнет новый современный дворец культуры. ДК здесь не было со дня основания населенного пункта. В свое время был кинотеатр, который в последние годы находится в аварийном состоянии. Общественные и культурные мероприятия приходилось проводить на базе образовательных учреждений Малокарачаевского района. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашиду Борисовичу Темрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-сметная документация. Строительство объекта проводилось в рамках государственной программы Российской Федерации развития культуры и туризма на 2013-2020 годы. Было начато в октябре 2021 года. Мы закончили к концу 2022 года, в декабре. Ну, год и два месяца где-то. Жители села Первомайского внимательно следили за ходом строительства Дома культуры. Ждут не дождутся открытия. Теперь здесь они могут проводить свой досуг, собираться, обсуждать и в последующем реализовывать социально-культурные инициативы. А также в ДК созданы прекрасные условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства подрастающего поколения для их патриотического воспитания. Дом культуры – это обязательно нужно для молодежи. Потому что сейчас для молодежи, кроме интернета, они ничем не занимаются. А здесь соберутся, хоть пообщаются друг с другом. Кто-то что-то интересное расскажет, кто-то что-то интересное покажет. Все равно для детей это очень хорошо. Мы рады, что построили вот этот дом культуры. В Доме культуры села Первомайского расположены кабинеты для работы нескольких кружков. Гримерная, костюмерная, административные и хозяйственно-бытовые помещения, а также универсальный актовый зал на 300 мест. Его оборудует техника для видеопоказов, проведения массовых мероприятий. А еще в Доме культуры будет располагаться и сельская библиотека. При планировании здесь учли все. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть своя автономная. Котельная. Будут полностью соблюдены все меры безопасности. Алла Качиева, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.